Приветствуем вас, дорогие друзья. Записываем вам это видео с монгольской земли. Мы очень сильно ждали какое-то время в связи с ковидом. Нельзя было заехать. Это у нас была в 2019 году последняя поездка. Потом был перерыв 3 года, и мы не могли заехать. Очень хотелось, очень ждали, когда наконец-то откроются границы, откроются двери. И вот наконец-то в этом году, в 2023, разрешили въезд в Монголию. Да. И мы прямо рванули сюда, чтобы снова быть здесь, служить здесь, быть на этой земле. В этом году у нас была Глория в городе Эрденет. Было более 100 детей, приблизительно где-то 150, наверное, детей было. Очень сильно понравилось и коснулось, когда пастор Василий говорил, была тема о крещении Духом Святым. Дети переживали. Да, крещение Духом Святым, и было очень много слез, очень много прям таких глубоких переживаний. Потом дети рассказывали о себе, о том, что они пережили. Знаете, как бы такой был, была обратная связь очень хорошая. Наш приезд, это был огромной поддержкой для миссионеров здесь, для семьи Андрейченко. Наша команда была огромной поддержкой для них здесь. Вот, это было таким ободрением и для команды, для помощников. Конечно, дьявол не хочет, чтобы сегодня, знаете, монгольский народ, он слышал весть о спасении, весть о Христе сегодня. И дьявол хочет все сделать, чтобы, ну, для того, чтобы миссия, она остановилась, чтобы, ну, дети, они не услышали сегодня о Спасителе. И у нас реально хорошее время здесь, хорошая конференция, и дети очень сильно Бога переживают здесь. И так вот вопросы даже задавали некоторым детям, а кто в первый раз вообще? И мы увидели прям, что достаточно много детей, которые вообще в первый раз услышали о Христе. Казалось бы, вроде бы страна это, ну, не третьего мира, как бы, да, не Африка какая-то, а дети, многие они не слышали вообще о Христе. То есть и это не фейк, это на самом деле. Потому что они много слышали здесь о всяких Буддах, там вот этих вот темах, там, шаманства и всего-всего, как бы, да, здесь это очень развито, это очень, как бы, в культуре в этой. Даже общаясь сегодня с местными, кто верующими в церкви, христианами, да, они до сих пор там говорят, что есть там поверья всякие, вот эти, вот, знаете. Поэтому здесь очень много всего вот этого, знаете, верования вот такого, знаете, ну, шаманского и так далее, да, но дети многие даже не слышали о Христе. Поэтому эта конференция, конечно, она очень сильная для них, и подростки очень сильно переживали Господа, они, ну, видно, что они не просто так пришли потусоваться, а как бы на самом деле они пришли, чтобы услышать, ну, слово в свою жизнь. И, конечно, мы говорили все эти 3 дня о грехе, мы говорили о жертве Христа, мы говорили о крещении Духом Святым, да, мы говорили в конце о миссии, и, конечно, ребята, они, как бы, ну, загораются. Вообще поездка такая, она, знаете, она у нас с самой весны, как бы, да, у нас была до этого еще такой был приезд, рабочий приезд, что мы договаривались, все обсуждали, но в процессе, как бы, знаете, все поменялось, то есть Бог вносит свои корректировки, да, и мы, как, знаете, команда, мы гибкие сегодня, да, мы провели сейчас в Эрденете конференцию и планировали провести в Сухобаторе, то есть это недалеко тоже от границы город, приграничный практически, да. Но в связи там с ситуациями, да, которые там, ну, не позволяют в этом году провести, мы как-то быстро перебазировались, поэтому мы планируем еще провести такой, знаете, альфа-курс для молодежи здесь в Эрденете, хотим послужить побольше здесь в церкви. И уже на оставшееся время, конечно, мы заедем в Сухобатор, мы проведем тоже однодневную Глорию, да, с командой вместе и уже поедем домой. Поэтому спасибо большое за молитву, церковь. Мы очень, да, чувствуем эти молитвы. И, конечно, чувствуется где-то и давление. Сегодня очень так чувствовалось, такое какое-то напряжение чуть-чуть было на этом воздухе. Но понимаем, что это извне. Поэтому дьявол не хочет, чтобы мы сегодня реально что-то сделали для этого народа. Он хочет, чтобы мы остановились, чтобы мы расслабились вообще. Поэтому говорю сегодня, ты нужен миссии, ты нужен сегодня в таких странах, как Монголия, Африка и так далее. Поэтому очень тебя благословляю, дорогой мой друг.